Всем приветики! Спасибо огромное за поддержку и комментарии. Мне очень приятно. Кто не подписан на мой канал, подписывайся скорее. Я думаю, тебе, именно тебе, это несложно. Ну, а мне будет очень приятно. Также хотела сказать, не забывайте, присылайте свои прикольные и классные анекдоты. Ссылочка есть в описании под видео. Самый прикольный и классный анекдот я обязательно расскажу на своем канале и тебе лично передам привет. Ну а сейчас, как обычно, анекдотик. Дискотека. Парень пригласил девушку. Танцуют они, значит, с ним. Танцуют. И девушка спрашивает: молодой человек, а вы случайно блендометом не пользуетесь? Да, конечно. А что? Зубы белые? Да нет, яйца твердые.